Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը, Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներից ենք այսօր զրուցելու Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Իսկանդարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Մի մեջբերում ձեր թույլտվությամբ ու սկսենք։ Այսօր թեժեր ազգային ժողովում, գիտեք, առիթը վարչապետ չընտրել է, ինչև տեղի ունեցավ։ Եվ այսպես, Նիկոլ Փաշինյան, մեջբերում եմ, ուզում եմ, որ ճիշտ արձանագրենք գլոբալ պրոցեսները։ Օրինակ, երբ Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից այնպիսի հայտարարություններ են հնչում, որոնք ողջունում ենք, դրանք հնչում են տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու համար։ Այդ հայտարարությունները չեն հնչում տարածաշրջանը բորբոքելու համար։ Հայաստանի նախկին ղեկավարները Հայաստանին մեղադրում են պատերազմ բորբոքելու մեջ։ Նշել է Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանում իշխանությունը չի կարող փոխվել, որովհետև իշխանությունը 2018 թվականից պատկանում է ժողովրդին։ Հարց. Փաշինյանը своеобразный добро ունի, պարոն Իսկանդարյան, որ նման հայտարարություն է անում դրսից արտաքին աշխարհից։ Он имеет добро, конечно, только он имеет добро не от каких-то там Нью-Йорков, Москв и Парижей, а он имеет добро от внутриполитической ситуации. Он имеет добро от социологического опросов, согласно которым, судя по всему, порядка трети голосов он набирает. Он имеет добро от понимания ситуации в стране, которую ему дают исследователи. Исследователи, которые на сегодняшний момент так, ну скажем так, думают, что в провинции, во всяком случае в провинции Пашиняна очень неплохие шансы. Он имеет добро от оппозиции, которой он видит, что она, а, не может объединиться по-настоящему, и, б, ни у кого из конкретных частей оппозиции, ни у кого из конкретных частей оппозиции нет возможности набрать больше, чем он. И он имеет добро от, и, может быть, это главное добро, да, главная опора режима. Я много говорил это в разных эфирах, не грех повторить, что главная опора господина Пашиняна и моего шага, и Михаила, это не поддержка, а это апатия. То есть не те люди, которые его поддерживают, они есть, и они занимают какую-то часть спектра политического, но есть и большое количество людей, которые не придут на выборы. А при малой явке превратить 30%, грубо, это условные цифры, 30% в 40%, а при использовании различного вида ресурсов, которые всегда есть у власти просто потому, что она власть, превратить 40% в 50%, в общем, задача вполне исполнима. Если бы этого всего не было, то не было бы выборов. Пашинян пошел на эти выборы в определенный момент. И он пошел на эти выборы в определенный момент совершенно понятно для чего. Не для того, чтобы переизбраться. Ну, в смысле, чтобы кто-то другой переизбрался. А для того, чтобы рестартнуть легитимность. Чтобы вот эта вот бюрократическая легитимность, которая есть путем выборов, да, которая была после войны... Она и до войны уменьшалась, а после войны другая стала ситуация. Да? И вот ее рестартнуть с тем, чтобы показывать все время вот эту вот карточку, о том, что вот у меня есть легитимность, я избран вот даже после войны. Да? Для этого и делаются выборы. Вот эти виды добра у него есть. А внешнее добро, оно так не устроено. Извне не звонит... кто там, я не знаю, Макрон, Путин и дает добро. И Байден, и говорит, ну ладно, Никол, давай объявляй выборы. Так не делается. Внешне, ну знаете как, говорят, вот великие державы, они же как Господь Бог. Они помогают тому, кто сам себе помогает. Они фактически говорят, окей, чувак, на жаргоне моей молодости, ты лотерейный билет купи, свои вопросы реши, потом приди поговорим. Вот такого вот вида добра, чтобы впрямую играть на внутреннем рынке, так бывает. Например, так было в постсоветской истории за последнее время несколько раз, когда Россия, ну, кому еще, Россия играла на внутриполитическом рынке, да, оба раза проиграла. Это Абхазия
и это Украина. Спасибо. Поэтому, нет, я вижу, конечно, то, мне кажется, понятным то, на что рассчитывают Пашиняна и его соратники, но это мне совершенно не на внешнем рынке видится, а на внутреннем. Ասենք, կանյոկը կամ հաղթաթուղթը Փաշինյանի և քաղաքական իշխանության այդ չկողմնորոշված կամ ապատիկ ժողովուրդն է, ճիշտ հասկացա՞ Նիսկայի ավկա Дело в том, что... Мартиков сказал, ничего, абсолютно... Они устали, не то, что им плевать, нет. Они не видят перспективы, эти люди. Они 3 года назад сделали революцию. Они там лезли на столбы, ходили на демонстрации, там, выходили на улицы, воодушевлялись, там, не знаю, танцевали, радовались и так далее. Получили то, что получили. Делать то же самое через 3 года, при том, что они получили то, что получили, и делать что? Они не видят возможностей. Давайте мы находимся в периоде поздних республиканцев. Поздних республиканцев. Слабая власть и гетерогенная немного, и слабая оппозиция, тоже гетерогенная. Да? Выборы 17-го года. Ну вот они произошли. Почему они произошли такие, какие они были? Да? Ведь тогда никто не обвинял по-серьезному власти в фальсификациях. Никто, даже политические оппоненты, сам господин Пашинян, Елка, они пришли, сели в парламент, начали работать. Да? Ну, выборы как бы. Потому что люди не видели надежды. У них не было ощущения того, что можно было, можно вот что-то вот взять этот лом и пробить эту стену. Не было. Например, такое было в 2008 году, когда люди думали, что можно что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Тогда был с Леонидом Терпетрусяном, да, связывался эта надежда. Сейчас, через полгода люди поверили, и они вышли на улицу. Вот сейчас, через полгода после 17-го года, я имею в виду, чуть больше, в революцию я имею в виду, 18-го года. А сейчас нет этого понимания у большинства населения. Это очень хорошо видно, например, по риторике Пашиняна, по тому, как он говорит и что он говорит. Это же, ну, мы это делаем, это нормальная работа ежедневная ученого в политической науке. Асинка, Павел Искандрович, иск хандрюцюна, хасаракуцюна, Բացի, լավ, իվերջո երկիրն այսօր ոչ ստանդարտ վիճակում է, հա, հետ պատերազմյան կորուստներով, Արցախի մասին ընդհանրապես դիսկուրս չկա, կարծես մոռացել ենք, ավելին ասեմ, եթե տեղյակ եք, վստահ եմ, տեղյակ եք, Ադրբեջանի այդ մարդու իրավունքների ինստիտուտի ղեկավարը խոսում է, որ հունիսին Ադրբեջանը խանգեն դին, հա, նույն ինքը Ստեփանակերտը կանցնի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մերոնցից ձեռ ձայն չկա, ավելին ասում է, եթե չեք հավատում Փաշինյանին, հարցրեք, այսինքն, բայց ամեն ինչ Տպավորությունը, որ ես մեր հետ առնչություն չունի։ Տպավորությունը, ոնց որ մենք չէինք աղդամում այդ մի ամիս, չգիտեմ, ով ինչով կարող էր նպաստում պատերազմի։ Смотрите, есть лидеры, люди, которые оппонируют Пашиняну. Они немало говорят о Карабахе, они много говорят о Карабахе, более того. Более того, в некоторых периодах карабахская проблема и вообще сам Арцах по себе становился основным обвинением против Пашиняна. Более того, причиной того, что вот все так происходит, как сейчас, с этими выборами и так далее, является война. Да? И вспыхнула вот эта форма протеста прямо ночью 9 ноября. Много говорят о Карабахе, но что они говорят? Они говорят, что Пашинян является причиной тех поражений и тех бедствий, которые мы вот пережили. Да? Из-за него, говорят они, мы проиграли войну. Это тоже очень характерное свойство армянской политической риторики. Негативное, а не позитивное. Против, а не за. Негативное не означает плохое, а означает против, а не за. Он плохой, он сделал то-то, то-то, то-то. У любого сколько-нибудь нормального человека, ну, не знаю, может, я ошибаюсь, может, не у любого, но у меня тут же зажигается в голове лампочка. Окей, он все сделал неправильно. Вы придете к власти, а нам обратно дадут. Азербайджанцы уедут в Баку, русские улетут, сядут на самолеты, ну, улетят, нет, Шуши подали и так далее. Насчет Шуши ядрут, то вчера не смогли. Это что?
политическая риторика есть политическая риторика. В общем, более или менее понятно, что перспективы дальние какие-то могут быть. Но что сегодня от того, что я, обычный гражданин откуда-нибудь, из какого-нибудь там села, пойду проголосую, вот из-за этого тут же вот придет к власти господин Икс, неважно, Кучарян, кто угодно, да, и вот все это не повернется. Зачем тогда мне идти? За что мне тогда голосовать? Вот заметьте, я начал говорить, мне это кажется очень важным. Риторика Пашиняна во время революции, какая она была? Она была такая модернизаторская. Мы уходим из старого мира. Эти замшелые советские, коррумпированные, старые, прошлые элиты, они уже вот надоели, они уже вот здесь все это сидит. А мы должны прорваться модерн, даже в постмодерн, в Европу, из этого постсоветского пространства такого противного. Мы должны уйти, мы должны рвануть вперед. И люди, которые его поддерживали, те, которые пробивали революцию, помните, какие они? Конечно. Молодые мальчики, молодые девочки, студенты, жители такого вот социального центра Еревана, сыновья и дочери родителей среднего класса, которые там, кто-то из них где-то был, кто-то из них что-то видел, кто-то из них, они хотели вот Шотландию или там Голландию или Швейцарию сегодня у нас. И им это предложили, сказали, да, окей, вы сейчас придете, вы победите, и мы отнимем 50%, и всем все достанете, все хорошо. Где эти люди? Он их потерял, мой шаг, их потерял первые несколько месяцев после революции. К кому он сейчас обращается? К людям с не самым высоким образовательным цензом. К людям, которые все еще надеются на то, что ну что-то как-то будет. Риторика-то теперь какая? Она была вот такая, какая я говорил, а сейчас это совершенно такая. Мы придем и всем все дадим. Лишь бы старые не пришли. И какое количество инч чбан кагаетнец марткэнц? Айтэнц, айт последняйц, айто инч электорат? Хороший вопрос. Поживем увидим. Потому что все, что я говорил до сих пор, а вот сейчас, это все статика. Это не динамика. Это то, что вот, как социологи любят говорить, если выборы будут в ближайший понедельник. Но выборы не будут в ближайший понедельник. У нас 2 месяца. Примерно. Да? 2 месяца – это немало на самом деле. Как будут работать оппозиционеры? Что они будут предъявлять в качестве карт? Потому что карта «Пашинян плохой» она абсолютно идентична карте Пашинян хороший. И более того, она совершенно по карте «Отвергни Никола», «Мержи Николин», она совершенно идентична карте «Мержи Сержин». Но не делают люди, люди делают так несколько раз, но не спустя 2,5 года. Рады еще. И вот если мы будем смотреть на наших собратьев по постсоветскому пространству, мы увидим, сколько лет на это нужно. Да? Это не происходит через 2 года. Люди делать, хотя иногда так бывает, но это другое. Это уже в Латинскую Америку надо ходить, когда каждые 2 года революция делается. Так тоже бывает. Есть еще худшие варианты, между прочим. Так вот это сейчас приходит к тому, что мы практически повторяем такой вот дежавю, знаете, день сурка. Опять у нас вот эти вот парламентарии, которым не очень уютно ходить по улицам. Сейчас. Сейчас. Опять это элиты, которые раздроблены, которых ничего не объединяет, кроме того, что они члены такого профсоюза элит. Вот они сидят в своих креслах. Опять народ, который чувствует себя отключенным от этого, от всего. Основное чувство, которое есть – это апатия. Есть люди, которые яро ненавидят Пашиняна, есть люди, которые яро поддерживают, и то, и другое настоящее. А между ними вот эта вот апатия. И в такой ситуации история Республики Армения показывает, ну, дорогой, вы же в этой стране жили. Даже я позже приехал. Я репатриат, ведь я приехал в 2000-х. И что же показывает? Примерно с начала 92-93 года и по 2018 власти Армении существовали в низкой легитимности. Их никто не любил. Да.
А что ж так дальше-то держите? А что случилось? А дальше мой следующий вопрос. Давайте. Երորդ նախագահը Սերժ Սարգսյանը խոսեց, պարոն Սկանդերյան, հարցազրույց տվեց. Ինչ տպավորություն ստացաք, մեկ, կար նորություն, թե ոչ ձեզ համար, երկու, և ինչ կարանձնացնեիք? Понимаете, грех так говорить, неловко. Нет, для меня особых новостей не было, потому что я внимательно слежу за процессом. Я предполагал, что будет это интервью или какое-нибудь другое, вот в таком формате. Я предполагал примерно, что будет говорить Сергей Сергеевич, а что, собственно говоря, он еще мог говорить. То, что для меня было интересно, это факт. Факт того, что республиканцы пойдут на выборы, да еще вот в таком союзе. Это я мог не предполагать до того, как это... Ну, на уровне сплетен я это слышал, конечно, до того, как это случилось. Но я привык к сплетням не верить, потому что они самые разные бывают. Их иногда специально распространяют, чтобы ты их, их услышал. Но, в общем, стратегия более или менее понятная. Да? Есть несколько вариантов. Я не буду говорить о риторике. Во-первых, это все слышали. Во-вторых, повторюсь, странно предположить, что господин Сарксян говорил бы что-нибудь другое. Примерно, мне кажется, что это можно было представлять. Вот тот способ обвинять, которым он обвинил. Некоторые личные вещи были. Вот я не предполагал, говорит он, что до такой степени. Ну, чего лично комитет? Дарси ужели хет капфаз, вор ес сранц чем партфель, айл авели ужех, айтех, кагэ кагэта мэс кукни асканал? Ну, я не склонен. Ну, политическая риторика есть политическая риторика. Я к словам политиков привык относиться как к источнику, а не как к предмету, а не как к Библии. Но это очень укоренено говорить, что вы же это тоже меня только что спрашивали вот несколько минут назад. Я думаю, что делается все на самом деле внутри. Это не означает, что какие-то внешние силы не играют на этом поле. Действительно, кто-то кому-то дает гранты, кто-то каким-то образом там, спонсирует кого-то, кто-то работает на того или на другого и так далее. Это бывает всегда, везде, во всяком случае, в таких странах, как наша. Но это иногда срабатывает, иногда нет. Говорить, что вот эти внешние силы, и исключительно они закупали всех, начиная, я не знаю, с какого мохнатого года и к 18-му году, они вот вывели всех людей за деньги на улице. Нет, я видел людей, которые тогда выходили на улицы совершенно бесплатно. И людей таких я видел очень и очень много. И это отторжение... Ну, у господина Сарксяна под конец было порядка 50% рейтинга. И там можно думать, что какая-то была социология, но он был виден везде. Он был в дискурсах, он был в газетах, он был там на каждой скамеечке и так далее, и так далее. Такие вещи не бывают случайными. Вообще идея все объяснять внешними силами, мне кажется, немножко инфантильной. Это не касается конкретно Сержа Сарксяна. У Сержа Сарксяна это, может быть, часть политической стратегии, я не знаю. Что там реально? Պարոն Սկանդերյան, կներեք, ինչի՞ է մտնում խաղի մեջ Սերժ Սարգսյանը, ակնհայտ է, հա, եթե Քոչարյանի պարագայում ես չի որ ասում, տարբեր սոցիալապրոստներով, քաղաքագետներ, փորձագետներ նշում են, որ հնարավոր այլընտրանք կարող է լինել Փաշինյանին իր կերպարով, Սերժ Սարգսյանի պարագայում չի խոսվում այդ մասին, եւ ես դաշինքը ի վերջո հավակնություն չունի, հա, իշխանության։ Отличный вопрос. Вот смотрите, люди, которые друг друга ненавидят и которые там в одной комнате не могут находиться иногда, они иногда объединяются. Когда это происходит? Не только в нашей стране, где угодно, в Германии. Там сидят сейчас в парламенте люди, которые до этого в буквальном смысле слова в одно здание заходить отказывались друг с другом, пока не пришли к власти. Почему люди объединяются? Так и потому, что у них есть реальная перспектива победы. Когда у тебя есть реальная перспектива, когда ты думаешь, что реально можно победить, тогда ты объединяешься с кем угодно, хоть с дьяволом. Ты побеждаешь, у тебя есть шанс, ты пробиваешь эту стенку, а потом мы будем решать, кто с кем как будет работать. Это такова логика. Если есть эта логика, то тогда возможно вот это объединение. Да? Если ты не веришь,
что объединившись ты можешь победить, то тогда у тебя нет этой логики. А зачем тебе с ним объединяться? Тем более, зачем тебе ложиться под кого-то, извиняюсь за выражение, вступать к кому-то. Лучше тебе играть в свою игру, потому что призом этой игры является не 50%, а 5%. Но 5% твои, а не его, не кого-нибудь другого. Соответственно, у нас в Армении всегда так было. Получается, что оппозиция борется, кроме некоторых случаев, которые были, не для того, чтобы победить. Она борется за то, чтобы занять место. А если она спорит за то, чтобы занять место, то тогда остальные другие оппозиционеры, не союзники, а противники. Очевидно, у республиканцев есть двойная... как это, бухгалтеров называется, двойной счет, да, забыл термин, двойной расчет. Первый расчет – это если будет второй тур, или если Кочарян наберет достаточно голосов для того, чтобы создать коалицию, то тогда мы сможем пригодиться. И тогда этот вариант сработает для того, как чтобы... Буфера, быть. Да. Если не получится, на крайнем случае, то тогда мы попробуем войти, взять свои 5% и быть в парламенте. Вот. Այսինքն այդ միասնության հիմնական նպատակը, ինչպես դուք նշեցիք, իր տեղը ունենալն է քաղաքական բանի արենայում, ոչ թե Parlament будет более дробным, чем он был. Parlament, вот сейчас у нас парламент, он не такой дробный, как каким он будет. Я вижу несколько сил, которые имеют прямой шанс войти, да, их больше двух. Ну, кроме правящих. Я думаю, что господин Тюркян имеет такой шанс, у него довольно стабильный электорат. Я думаю, что Кочарян такой шанс имеет. Союз Кочарян, уверен. Нет, я думаю, это не важно. То есть формат Кочарян, не важен. Это не важно, но он сказал, что это будет какой-то блок, но это не важно. Вот то Кочарян имеет возможность даже стать второй, может быть, силой в парламенте. Я думаю, что у республиканцев есть шанс. Остальные уже я не знаю, остальные уже на какой-то грани, там многое зависит от того, как будут работать. Во всякие там третьи силы я не очень верю, не получается это обычно. Плюсовы? Не знаю. Ну, им шага, им кали частики, это вентадрабашка, он смирян кхантирчан. Они пройдут в парламент, да. Ну, у них, судя по вопросам, много. Более того, вы знаете, самое-то ужасное то, что я думаю, что то, что мы будем иметь как результат, не зависит от того, кто победит. Мы будем иметь слабую власть и слабую оппозицию. Вне зависимости от исхода выборов. Потому что для того, чтобы иметь сильную власть и сильную оппозицию, нужно иметь... развитые, идеологически не персонифицированные, не харизматические политические партии, которые у нас ни одной в стране нет. А если нет, то любая победа приведет к тому, что через полгода после этой победы вы меня привезете вот сюда, пригласите и будете просить меня, чтобы я рассказывал, почему люди так недовольны. Потому что конструкция-то примерно одна и та же. Для того, чтобы построить политическую систему, просто избрать того или другого человека совершенно недостаточно. Менкели, верчин арце, ընտրելուենք ով էմոցիոնալա, ով լավա խոսում, իրեն թե ինչ-որ ծրագիր, ֆանտաստիկ բան։ Нет, никаких сколько-нибудь серьезных программ у нас, конечно, не будет, их нет, собственно говоря. Да нет, была же программа господина Пашиняна на полгода. Вот кто-нибудь ее сейчас открыть и посмотреть, да, что-то, что оттуда и как это было работать. Нет, дело не в Куазарицум, в футболе, а как она подканчивается. Да. Но это еще нам подскажите. Я не доживу, я старый уже, а то с удовольствием. Да. Неважно. Это все шутки. Выбирать будут то, что есть, из того, что есть. Выбирать будут очень многие люди поляризацию, против, а не за. Выбирать будут
без сильного накала, сильной вот этой веры, которая будет, конечно, раскручиваться и показываться так театрально, ее по-настоящему уже не будет. Вот. И выбирать будут, ну, лучшие из худшего, и те, и другие. Пола дальше мы налево. Деньги всегда во время выборов играют роль. Я не говорю обязательно, что они будут играть впрямую, в смысле, вот будут приходить и в карман класть 10 тысяч драм, или 15, или 20, или 5, неважно. Да? Хотя это тоже я не исключаю, вполне возможно это будет. Ну, по крайней мере, в некоторых лакунах это будет, конечно, тоже. Но в каком-то виде... Ну, конечно, ну, вашу деревню могут проложить асфальт, могут починить школу, могут ставить стекло, могут оказать вам помощь, могут на работу вас принять на пару месяцев за 20 тысяч драм, ну и так далее. Павел Искандриан, это крикиря, вор амен анкам, лесэлов дзез, его расарак, фэнц ретроспектив хаяцк нетэлёв, кам, галюсэм езрангман, вор мэц армов, мэр аэстанин калакакан кянку, очень чи похвэл, ев похвэл. Ну, нет, это не так. Փոխվելը меняется. Ընդրազանգվածի վերաբերմունքը քաղաքական ուժերի եւ հակառակը փոխվել է. Меняется. Это долгий разговор, отдельный разговор. Как-нибудь позовите, поговорим, но ничего хорошего сказать не могу. Мои коллеги говорят, что для того, чтобы люди начинали, ну, я так перевожу с гнусного научного языка на человеческий, да, для того, чтобы люди начали выбирать не желудком, сердцем или прочими разными частями тела, а головой, то есть рациональное голосование, для этого нужно минимум 5-6 избирательных циклов. Избирательных циклов, на которых меняется власть. Рациональное голосование – вещь непростая, ей надо учиться. И то, чтобы голосовать вот не за хорошего парня, а думать о том, что этот хороший парень сможет и что он не сможет сделать, это определенный вид культуры, который для того, чтобы выработалось, нужно время. Или же легко и просто, как в Америке, например. Система такая. Для того, чтобы эта система построилась, вы даже не представляете, через что прошла Америка. Хорошо. Вчера кольцом. Здесь что? Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն էր մեր այսօրվա հյուրը, ընտրություններ կլինեն, թե չէ, մնաց մեկ շաբաթ, ազգային ժողովում եթե չընտրվի վարչապետ, օրենքի ուժով կլուծարվի խորհրդարանը եւ կգնանք ընտրությունների։ Կհետևենք զարգացումներին, շնորհակալություն նաեւ ձեզ ուշադրության համար։